Бывшие единомышленники Есенбек Уктюжбаев и Сулубике Жаксылыкова, отстаивающие проблемы ипотечников, не могут мирно решить конфликт. Взаимные претензии они высказали друг другу в суде. Иск подала Сулубике Жаксылыкова, которая сейчас возглавляет общественное объединение «Обеспечьте народ жильем». Хотя раньше она была активисткой другого объединения с созвучным названием «Оставим народу жилье», которое возглавляет как раз Уктюжбаев. Однако дама утверждает, с должности этой Есенбека сняли на собрании, и сейчас на это место претендует она. Прошу суд обязательно Уктюжбаеву передать мне Жаксылыковой Сулубике Адрахмановне учредительный документ общественного объединения «Оставим народу жилье», свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство налогоплательщика, статистическую карточку, устав, протокол учредительного собрания. Сам Есенбек Уктюжбаев только недавно вернулся в Казахстан, поскольку был вынужден скрываться от постоянных гонений со стороны властей. По его мнению, за бывшей соратницей стоят спецслужбы, которые хотят избавиться от общественного объединения, оставив лишь подконтрольное себе. В январе этого года Сулубике Жаксылыкова уже подавала в суд. Тогда она делала попытку ликвидировать компанию «Оставим народу жилье», но суд ей отказал. Я думаю, она просто здесь вот как бы пешка в этой игре. Вот ее используют, ее руками пытаются как бы ликвидировать наши организации или там, значит, хотя приостановить деятельность нашей организации. В этой истории удивляет другое. Почему бывшие соратники не могут решить вопросы мирным путем, без судебных тяжб? Ведь очевидно, что этот процесс затянется. Пока маховик правосудия крутится, подопечные экс-единомышленников, нищие ипотечники, рискуют остаться без крыши над головой.